приезжать туда, Лёш? Будешь работать? Так я работаю. Всем привет, меня зовут Глеб, с вами Сигарет Нет, и сегодня я расскажу вам, как сделать самый вкусный и самый дымный кальян. Погнали! Для того, чтобы сделать самый вкусный кальян, нам понадобится кальян, чаша, фольга, я забыл дома свой кулаут, и да-да-да, я знаю, что это такое. Наполнитель, в нашем случае это бестабачная смесь бруска, и уголь. Для начала поставим один уголь греться и приступим. К тому моменту, когда мы закончим все подготавливать, уголь уже будет красный и готов к использованию. Мы решили устроить розыгрыш. Если вы хотите стать счастливым обладателем одного из трех пауэрбанков, то досмотрите это видео до конца, там будут подробности. Для начала зальем в колбу воды. Ее должно быть примерно столько, чтобы шахта опускалась на 1,5-2 сантиметра. Шахта — это вот металлическая огромная трубка, которая погружается в воду. Теперь пришла очередь забить чашу. Для этого мы будем использовать бестабачную смесь компании Бруска со вкусом апельсин с мятой. Если вы не хотите испачкать руки в момент забивания чаши, то можете использовать какую-нибудь отверточку, к примеру, и аккуратненько размешивайте табак внутри банки. И начинаем забивать. Аккуратненько выкладываем все вот так вот в чашу. И аккуратненько размещаем по всей поверхности чаши. Пахнет прикольно. После того, как вы утрамбовали табак, в нашем случае это бестабачная смесь, естественно, у вас должно оставаться небольшое расстояние до борта. Это делается для того, чтобы табак не горел, а просто качественно нагревался. Также в центре нужно сделать отверстие, чтобы лучше проходил воздух. Теперь отрываем небольшой кусок фольги, складываем ее в 4 раза и делаем шапочку для нашей чаши. Теперь получившийся кусок фольги натягиваем сверху. Натягиваем максимально плотно, чтобы он был как барабан. Теперь нам нужно взять очень острый предмет по типу моего пинцета и сделать довольно большое количество отверстий. Я буду делать небольшой крестик и потом полукружочки от верха до центра. Теперь устанавливаем нашу чашу на место и идем за углем. Ну что, наш уголь приготовился. Теперь мы поставим его сверху нашей чаши, подождем буквально 5 минут, чтобы она прогрелась, и начнем курить. Для того, чтобы стать счастливым обладателем одного из этих пауэрбанков, вам необходимо оставить любой комментарий под этим видео, количество комментариев не ограничено, поставить лайк и быть подписчиком нашего YouTube-канала. 7 августа в прямом эфире на этом канале мы запустим трансляцию, где определим 3 счастливчиков. Ну вот и наша чаша нагрелась, теперь можно начать делать длинные, долгие затяжки для того, чтобы раскурить наш кальян. Ну вот и готово. Вкусно. И я надеюсь, что данное видео было полезно для вас. Так что не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. И подписывайтесь на социальные сети. Все ссылки будут под видео в описании. Отвертка.